На Могилевщине началась подготовка к областному фестивалю ярмарки «Тружеников села Дожинки-2019», который пройдет в ноябре. Героев жатвы в этом году будет встречать Глуск. Но пока хлеборобы трудятся в поле, в этом году аграриям области предстоит намолотить 1 миллион 150 тысяч тонн зерна. И почти половина, кстати, уже в закромах. А небольшой райцентр тем временем превратился в большую стройплощадку. Здание принимает новый облик, дороги, новое асфальтное покрытие. Особое внимание и социально значимым объектам. Причем некоторые из них меняют кардинально не только внешний вид, но и свое назначение. Как идет подготовка к народному празднику или, скорее, национальному бренду нашей республики, расскажет Юлиана Шлыкова. Маленький городской поселок на берегу реки Птич. Несмотря на свою отдаленность от областного центра, сегодня он в центре повышенного внимания. Рабочее настроение в Глуске царит на каждой улице. Ведь главному празднику хлеборобов нужно многое успеть. Парк, например, преобразился вообще так. Ну, вообще ничего не было здесь. Дороги новые. Самое главное, положили хороший асфальт для начала по центральной улице. Мы здесь живем. Мы очень хотим, чтобы у нас было все красиво, все сверкало, сияло, все было в клумбах, в цветах. Мы очень хотим этого праздника. Глуск не просто обновляет внешний облик, меняют тепловые сети, ремонтируют крыши. А центральную улицу ждет полная реконструкция. Около 2 миллиона рублей на капремонт и чуть больше на новые дороги. Примерно столько планируется вложить в создание более комфортных условий для жизни людей. Запланировано 8 домов. Значит, один дом из них уже сделан. По 5 домам сегодня ведутся работы. Ну и оставшиеся 2 дома планируем приступить в августе месяце. Глущане уже с удовольствием прогуливаются по обновленному центральному парку. Цветочное настроение создают декоративные клумбы и яркие композиции. Такой необычный подарок жителям райцентра сделали участники областного конкурса мастеров зеленого строительства. Мне нравится, что тут есть горки, скатываемся, везде лазим. Тебе нравится новая площадка? Да. На чем больше всего любишь кататься? Тут. Праздник хлеборобов стал отличным поводом, чтобы исполнить давнюю мечту глущан – обновить кинотеатр «Орион». Таким его помнят с 1984 года. Единственная кино- и видеоплощадка райцентра. А теперь именно он станет культурным центром праздничных мероприятий, где в ноябре будут чествовать тружеников села всей Могилевской области. То есть у нас будет современный зал, который будет предусмотрен и для кино, и для концертов, с новым оборудованием, с новыми подсветками. У нас предусмотрена новая танцплощадка для молодежи. На первом этаже будет располагаться кафе. Также будет зал для обрядов и торжеств для проведения и для молодоженов, и для юбиляров. Буквально этими днями приступят к ремонту районной больницы. Покрасят фасад, отремонтируют кровлю, установят новые окна и двери. К слову, построили больницу еще в 1987 году, поликлинику и того раньше. И вот она дождалась капитального ремонта. Помимо внешнего вида, обновят и технику. Автомобиль новый, скорой медицинской помощи, и 2 аппарата, наркозно-дыхательный аппарат и аппарат искусственной вентиляции легких. Ожидается, что доукомплектована больница будет к осени, ориентировочно к октябрю месяце. Сделали уже многое, а обещают еще больше. Новые дороги, обновленные улицы, современная Глузская гимназия, которая как бы заново возродилась. Фестиваль «Дожинки», безусловно, улучшит не только облик объектов, а в целом всю инфраструктуру района. А это в первую очередь должно отразиться на жизни людей и, возможно, создать условия, чтобы молодежь связывала свое будущее с малой родиной.